Рецепт работает. 18 минут и кролик ваш. Я приготовил кролика за 18 минут. У кролика мясо как у кролика. И на десерт сладенькое белое вино. Конечно же сухое. Да. Но, конечно, у кролика седла нет. Да. У него более грубая текстура. Да. Это вам не курочка. Да. Это настолько просто, настолько вкусно. 18 минут и у вас вот такой кролик. Да. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня у меня кролик. Вот такой хорошенький, молоденький, молодюсенький кролик. У меня просто миллион задумок, как его приготовить. И так, и так, и так, и много очень вкусных рецептов. Но, как я недавно узнал, обычно люди хотят именно самые простые, самые легкие рецепты. Поэтому сегодня я покажу вам два самых легких рецепта, из которых получается обалденный кролик, очень вкусный. У меня тушка. В ней еще при правильной разделке осталась печеночка и почки. Их я вырезаю и отдельно обжарю. Почки. Печеночка. Сразу отрезаем передние лапки. Теперь делю кролика на две половинки по линии грудной клетки. Так, чтобы осталось побольше филешки. Задние ноги я отрезаю по линии таза. У меня в руках получилось прекрасное седло кролика, если так можно назвать, или филейная часть. Немножко ребрышек. И вот такие края брюшинки. И две задние ножки. Задние ножки разделяю на две половины по суставчику. Вот здесь. А из этого кусочка я достаю ребряные косточки. Вот здесь на спинке еще есть тонкая-тонкая пленочка. Ее тоже аккуратненько поднимаю и срезаю. Все готово. У меня остались прекрасные косточки на бульон. Здесь кусочек грудинки с шейкой и обрезки ребрышек и задних ножек. И мяско для двух рецептов. Для одного рецепта я использую передние ножки кролика и задние ножки. А для второго я использую спинку. Из пряностей я использую мускатный орех, тимьян, зеленый перец и соль. Вот столько, совсем чуть-чуть мускатного ореха будет достаточно. Для того, чтобы пряности лучше ложились на мяско, я мяско сбрызну оливковым маслом. На чугунную сковороду я наливаю немного оливкового масла. Миленькая картошечка бросаю сюда, чтобы она хорошенечко перемешалась с маслом. Чугунную сковороду я смазал оливковым маслом, положил на нее резанный лучок, помидорчики, картошечку и кусочки кролика. Кролика я завернул в очень вкусное свиное сало и перевязал кулинарным шпагатом. Все это я ставлю в духовку, разогретую до 190 градусов. Теперь следующий способ приготовления кролика, который еще более легкий. Я беру чугунную сковороду, бросаю сюда немного сливочного масла и немного оливкового масла. И слегка разогреваю ее. Вот на таком умеренном огне я буду жарить кролика до золотистой корочки. Часто переворачивая с двух сторон минут 20 всего. Когда же все приготовится, я отдельно пожарю печеночку, почки, сердце и легкое. Друзья, я приготовил кролика за 18 минут. Вот этот кролик, который в сковороде, он готовился всего 18 минут. А этот кролик готовился 37 минут. Пока готовилась картошка, кролик уже был готов. И, конечно же, белое сухое вино. Класс! А здесь потрошки, печеночка, почки, сердечки и легкое. Это деликатес. Вот этот кролик, когда он уже приготовился, я сюда добавил смесь лука и петрушки, персилат. Буквально минутку прогрел и все. Кролик готовился на медленном огне, но все равно корочка у него появилась. А этот кролик готовился вообще шикарно. Начнем пробовать. Возьму
переднюю ножку или крылышко кролика. Она готовилась на оливковом масле и сливочном масле. Пахнет очень нежно, сливочный аромат и слышно хороший вкусный запах кролика. Мяско обалденное, текстура у него абсолютно другая, чем у курочки, хотя люди, у которых абсолютно не развиты вкусовые характеристики, они говорят, да, кролик почти как курочка, абсолютно не почти, абсолютно другое мясо, у кролика мясо как у кролика, и поэтому у него совершенно другая текстура, намного утонченнее и изысканнее. Мягенькое. Кто сказал, что кролика нужно готовить час, полтора, два? Это рука кролика. Готовилось всего 18 минут. Все кролики домашние, поэтому никого не слушайте, что у них кролик домашний. И лопатка. Класс. Главное это белое вино. Конечно же сухое. Рецепт работает. 18 минут и кролик ваш. Попробуем вот это. Вот в таком блюде картошечку я люблю. Маленькая картошечка, которая лежала на подушке из лука и оливкового масла. И вот такой помидорчик. Класс, отлично. И наконец, кролик. Я даже не снял еще с него кулинарный шпагат. Кусочки сала полностью растворились, немножко зазолотились. Давайте куснем. Это самая мягкая часть, ее называют седло, но, конечно, у кролика седла нет, поэтому это филейная часть со стороны спинки. Да. Спинка у кролика – это то же самое, что грудка у курочки. Самая мягкая и нежная. И немножко сала попробуем. А вот пузико, которое прикрывалось, там уже мяско не такое, у него более грубая текстура. А спинка класс. Запьем. И на десерт сладенькое. Конечно же, печеночка кролика. Да. Это вам не курочка. Все классно. Даже в этом блюде, в котором есть помидорчики и картошечка, 37 минут, возможно, и много. Я ее выбрал для того, чтобы было все красиво, но сам кролик приготовился, скорее всего, максимум за 30 минут, а может быть и за 25. Поэтому можно сначала положить овощи, чтобы они немножко приготовились, а потом уже сверху выкладывать самого кролика. Так мы достигнем того, что и овощи будут готовы, и кролик у нас не пересушится. Я специально показал вам два самых простых, самых легких рецепта из прекрасного, свежего, молоденького кролика. Это настолько просто, настолько вкусно. Друзья, попробуйте. Его не нужно мучить где-то по целому часу. 18 минут и у вас вот такой кролик. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Кролик действительно обалденный. Пишите в комментариях, как вам нравится мой рецепт. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните...
Кухня – это самое спокойное место. Здесь всегда можно насладиться бокалом хорошего вина. Потому что никто не хочет приходить на кухню, когда там готовят.